И в завершении выпуска казахстанская сборная по хоккею взяла бронзу зимней юношеской олимпиады в южнокорейском Канвоне. Спортсмены обыграли соперников из Австрии со счетом 6-5. Главное одной командой быть, остальное все придет. Ранее подопечные Рамазана Кайдарова уступили латышам, которые забросили в ворота нашей сборной 19 шайб. В целом у казахстанской сборной на юношеской олимпиаде 3 медали. Ранее золото принес Илья Мизерных в прыжках на лыжах с трамплина. Бронзу взяла шорт-трекистка Полина Амельчук.